Блин, жесть. Это музычка из вот этого патефона, юбилейная. Как сейчас помню, когда ввели на первый юбилей эту музычку, она прям мне очень сильно понравилась. И эта танцовщица, которая танцует рядом в тех же, блин, в тех же шмотках, получается. Зашел, короче, я в игру Allod Online. Краем глаза, короче, в интернете заметил, что там какой-то сейчас юбилей игры. 12 лет игре. Думаю, дай зайду, там какое-то в описании на какой-то линкор можно отправиться. А также там обычно на юбилей присылают на почту там различные подарки. О, какие-то вон эти донатные маунты стоят. Так, ну вот. Сейчас я, короче, сначала заберу свой подарок, гляну, что там подарили, а потом отправлюсь на линкор глянуть, что там приготовили на юбилей игры. В описании было написано, там какие-то прикольные разные задания будут. Блин, с Виталием я, короче. Помню, как здесь это делал этот долбанутый квест еще в самом начале игры. Такой был квест давно-давно на сумку, на увеличение сумки. Нужно было там то ли 30, то ли 35 каких-то, блин, блох, или там не помню кого убить. И, клещей, его вспомнил, клещей. И прикол в том, что с клещей нужно было собрать там такие вот штучки, но с клещей они очень редко падали, там то ли крылья, то ли еще что-то там, уже точно не помню, забыл. И тут помню, вот очень много народу этих клещей, этот, кто сделал квест, прям был героем, кто делал этот квест, прям был как будто каким-то героем, потому что там, не знаю, их нужно было убить там тысячами этих клещей, чтобы там тебе что-то выпало. Кстати, вспомнил про то, как меня бесит вот эти вот крылья на моем персонаже. У меня получается персонаж это эльф. И меня всегда бесило, зачем эльфу делать такие вот крылья, как у бабочки. Ладно. Сейчас волшебная сила монтажа, и я уже окажусь возле почтальона. Фига себе. Чё это, блин, какая-то тачка тут. Прикольно, прикольно. Интересно, где такого берут? Там даже... Интересно, там второго можно сажать или нет? Блин, не знаю. Наверное, вот за эти вот там... Карта судьбы, наверное. В картах судьбы. О, даже она еще и так умеет делать. Класс. А я вот на своей ступе летаю. Так, ну вот. Кстати, со ступы надо спешиться, а то в Allod Online такая штука, сейчас покажу, если кто не в курсе, где тут стоило. Вот, стоило. И вот, видите, тут написано время, 51 минута. Короче, фишка в том, что транспорт нужно еще и кормить. А вот этот вот корм в транспорте покупается в лавке редкости. Это, короче, получается, что ты типа, это... платишь реальные деньги за то, чтобы ездить на маунтах. Ну, правда, там его можно еще, наверное, брать на аукционе, покупать за золото, но просто факт в том, что тут просто так не постоишь на маунте. Хотя те, кто играет в эти акции, у них, наверное, дофигища этого корма, и им девать некуда просто. Так, вот она. Вот она, это... письмо. Поздравляем всех игроков с днем рождения Allod Online. И в честь этого замечательного события дарим подарки. Желаем вам приятной игры. Юбилейный подарок. Использовать, получить подарок только персонажу прародителю. А, тут, короче же, это есть перерождение. У меня там тоже куча перерождения, только на основу можно получать вот этот подарок. Исчезнет через 30 дней. Так, наверное, я вовремя зашел. Сейчас открою. Вот он, этот подарок. Всякого хлама у меня, кстати, тут чудесный самоцвет еще валяется, который там их потом удалили. Ну давайте, что он мне тут дадут. Открываем. Так, в ценности, да? Опа. Далее вот. О, что это такое?
юбилейный рок изобилия. Используют прорубить в рок и получить подарок. Волшебный рок, чей чистый звук способен творить настоящие чудеса. Персонаж, не достигший максимального уровня развития, с помощью этого рога может раз в день получить волшебный напиток, повышающий максимальный наносимый урон. Достигшие максимального смогут использовать рог для того, чтобы получить тысячи сияющих слез дракона, после чего рог изобилия распылится в прах. Короче, хрень, да? А это что такое? Малый набор благовоний. А, ну это тут что-то типа премиума. И все, что ли? Это и все? Да. Юбилейный подарок. Юбилейный подарок. А где он? А, я открыл ее. Юбилейный подарок. Чё-то как-то я не очень, не знаю. Ну ладно, юзаю, что мне даст. Так, и чё? Чё я тут получил? Юбилейный пунш. И где он? Хрустальная рыбка. Привязан к персонажу. Такую рыбку не каждому удается поймать. А что это такое вообще? Чудо, я вообще не в курсе. Ладно. Ну, юзаем. Что будет? Ничего не будет. Да, если это вот, короче, все, что подарили, то как-то печально. Хотя там вроде еще дарили эти самые в лавке редкостей. Всегда дарили вот эти вот премиальные аргенты. У меня, кстати, тут еще 2000 кристаллов. Еще 1600 премиальных аргентов. Ладно. Сила монтажа, и я сейчас уже буду находиться там, в порту Новограда. Так, вот я уже в порту Новограда. И здесь вот монетных дел мастера, там было написано, что они могут меня отправить на линкор в круизном лайнере. Линкор затмения. Для этого нужно одну серебряную монетку. Хорошо, что у меня сохранились монетки. Принимаем. Отправляемся. Опачки. Так. А, тут я понял, что общее как для Лиги, так и для Империи. Так, а карту можно посмотреть? Угу. Прикольно, прикольно. Так, это что такое? Затянуться. А, тут это что ли, блин, кальян стоит? Шут, что он делает? Я не знаю тут пока, что нужно тут вообще делать. Что такое? Достать монетку. Клетка с гончей. Клетка с демоном-убийцей. Храбрец. Появился баф. Раздразнить демона легко, не лишиться при этом руки. Уже подвиг. Так.
Это кто такая? Богиня света какая-то? Так, а я вот не понял. О, астральная пушка. Ладно. Вот это сейчас возьму квест. Что там мне дадут? Какие-то вот... О, гиберлинк, что ли, стоит? Георгий. Голубь Георгий? Подарки на юбилей. Даже не знаю, что тут. Что это такое? Сборник Анклава. Это золотая юбилейная монета стоит. Распаковывается при помощи сумки. Вот эти, что ли, донатные плюхи? Чё-то не понял. Тут продаются. Подарочный концентрат мёртвой воды. Ого. Сколько раз только пожелаете? Чё, серьёзно, что ли? Сейчас это всё можно приобрести за обычные юбилейные золотые монеты? Да ладно. Раньше такую штуку только за донат можно было... Брелок. Временной молнии. Я уже обрадовался. Молния прекратит свое существование после 7 дней использования. Палача. Тоже что ли после 7? Прикольно. Подарочные юбилейные руны. А, содержит набор из 6 подарочных рун 10 ступени. А, ну это на ограниченное время. А, это тут все что ли на ограниченное время? Блин. А, понятно. Круиз начнется через минуту. Не понял. Я уже обрадовался. Что-то все дадут навсегда. Так. Отправиться на нижнюю палубу и прокатиться на планере. Давайте. Спросить о списке мероприятий. Ладно, иду на нижнюю палубу. А как туда пройти? А, да. Чуть я туплю, тут же есть этот. Клубочек, то есть автопередвижение. Выбрать планер, покататься на планере. Где он? А, это вот эти планеры, да? Сейчас глянем. И что это делает? Мне надо сюда, что ли, прыгнуть? А, нет, это... А, полетать и собрать сферы, 5 штук. Угу. А, вот тут. Умения какие-то. Первое, акселератор
позволяет лететь, очевидно. Второе, рывок. Третье, спешится. Немного не пойму, а где сфера? А, это мне туда, что ли, надо лететь? Мне кажется, что я сейчас сдохну. Все, я сдох. Так вот, странный этот самый. А, да, тут же еще система, блин, с этой тупорылой мирой. Если ты подыхаешь, то тебе, чтобы выйти из чистилища, нужно заплатить миру. Где он тут этот? Ну, я что-то так и не понял. Могли бы тут эту штуку и не делать. Смеяный поговорил. Что дальше? Поговорить с еще одним чуваком. Завершаем. Что за кулачные бои? Но это я вроде помню. Да, очень увлекательный, очень увлекательное задание. Получается, я по ней два раза, что ли, так попал? Три раза. Полетать и собрать сферы. Где эта долбанутая сфера? Так, ну вот, какая-то сфера, я в нее опускаюсь. Что дальше? Собрал я ее, нет?
Или может мне надо по направлению этих сфер летать? Я хрен его знает. И чё? Прикольно. Я, короче, застрял где-то. Вообще двигаться не могу. Тут, кстати, где-то была вот эта экстренная эвакуация. Так, что, видите, опять на мне бабчик висит, усталость. Я опять, короче, портовался. После того, как я зашел вот на эту вот дурацкую. Полетать. На вот этом вот планере. И немножко там почитал по квест, как его делать. Так и... Потому что я что-то не понял. Не въехал. Мой персонаж, короче, в режим АВК переместился. После этого я спрыгиваю вот с этого вот глайдера, и ничего. Он, короче, не двигается. Потом я портуюсь опять вот этим экстренным телепортатором туда, на основную палубу. И получается, что мой перс вообще не двигается. Вперед-назад, вбок, влево, вправо, никуда идти не может. Пришлось перезаходить, и теперь вот опять он начал двигаться, и оказывается, вот эти вот долбанутые сферы, вот видите, тут вверху вот эти вот золотые, нужно их собирать. Они вот эти вот, которые там. Получается, что... Вот так вот вверх сейчас буду я летать. О, да неужели? Я так весел. Вы не представляете, как мне весело делать этот квест. Ура, я сделал этот квест. Как я крут. Интересно, меня смотрят там, если будет кто-нибудь смотреть, кто Володу играет, там напишите, что мне тут... О, а это что такое? Монетки? Прикольно. А еще есть? Там вот эта вот надпись все время вылазит насчет того. Не, походу я их больше собрать не могу без квеста. Да, они не юзаются без квеста. Все время вылазит надпись постоянно. А, нет, собралось. Что? Отправляется там какой-то круиз. Непонятно куда там. Может быть, я там куда-то не встал. Может быть, там какой-то круиз куда-то отправляется. Что мне дали? А, полеты на планерах. Не, я больше не хочу. О, я заработал 6 юбилейных серебряных монеток. 83 медных и одну золотую. О, прикольно они. Прям за раз юзаются. Ну что, все что ли? Тут ничего больше? Нету. Народу что-то вообще никого нету. О, а вон какой-то кораблик поплыл. Мне случайно не на него надо?
О. Да ладно, я могу на него попасть. Еху. Круизный лайнер. Затмение. Так. И что мне тут на нем делать, интересно? Может пострелять из пушек? О, походу я острелял. Не работает пушка. О нет, только не это. А, так это просто получается. Я по всем локациям буду сейчас летать, походу. Плата Коба. Все, теперь понял. Что за круизный лайнер? Это просто... Летаешь по всем локациям. Кстати, прикольная вещь. Мне всегда казалось, что вот этот плата Коба похожая вот этот вот на Fallout. Так, святая земля. А, это уже Ассет Тепх. Вот там эти раскопки, которые там эти... Пирамида Тепа, да? Храм Тенсеса. Ладно, буду наслаждаться пейзажами локаций в Алодах. Так, это уже походу... Забыл, какая, как эта локация называется, она после Азатепха идет. А, его Эльджун, точно, Эльджун.
какая тут вкладочка появилась. Торжественный юбилей, чуть я не заметил. Костюмчики всякие. Окрас на лису. Нет, чё-чё, а вот музычка в Алдых Онлайн топовая. Так, это я уже где лечу? А, ну это еще походу Ильджун. А, ну да, помню тут этот. По-моему, тут репу я водяников качал. Там еще надо было нырять под воду и убивать там какую-то здоровенную рыбину. О, кораблик пиратов. Блин, камера. Опачки. Чё, всё, я назад прилетел? Получается, только по начальным локациям, да? Этот корабль, надо им... Всё, ухожу отсюда. До свидания. Все, теперь я понял, что такое за круиз. Чуть только вот непонятно, где вообще народ. Тут что-то пусто вообще. Голубь Георгий. Кстати, был такой прикол. Я когда делал персов за это самое, за империю, там давались такие вот начальные эти масочки всякие. Они раньше не были привязаны. Я, когда был летний ивент, вот этот... Теплый бриз, что ли, или не, как он там называется, не помню. Ну, когда там все на пляже купаются, и Лига Империя. Я заходил там к МПСникам, и через перепродажу я, короче, продавал его. И потом заходил за Лигу, и иногда там появлялись вот это то, что я продавал, и я покупал за Лигу, и потом продавал это на аукционе. И вот сейчас тут какой-то вот... Лежит осколок джунской эмблемы. Джинской. Я вообще что-то уже даже не в курсе, что это такое. Но эта фигня стоит 4 серебряных, что ли, да? Тут написано 420 таких осколков можно объединить в магический амулет. Не знаю. Что за ерунда, но я куплю на всякий случай. Так, тут вот какая-то НПС забывала. У нее продаются какие-то монеты. Билет юбилейной лотереи. Что он делает вообще? Стоит 5 этих. Так, ну вот взял я. И что дальше? Вы открыли первый сундук юбилейной лотереи для того, чтобы стать лидером в сегодняшнем розыгрыше. Необходимо открыть еще 1142 до окончания розыгрыша. В случае сохранения лидерства к указанному времени вы получаете приз юбилейная платиновая монета 30 штук, золотой волос и фейерверк десятилетия. Не совсем понял.
Это мне надо открыть еще 1142, что ли, чтобы этот фигню получить. Так, ну что, я тут зашел, короче, в гардеробчик, чтобы посмотреть, как вся эта ерундень выглядит, которая там продается. Вот юбилейное оплечье. А, это у меня уже есть это все. Так, как сбросить? Вот, вот такого у меня нету. Это называется клобук негасимого света. Эй, что такое? А, корона, у меня она есть. Крылья эти дурацкие. Тропический атолл. Там вот, мне кажется, что там и то повеселее, чем вот здесь, на вот этом вот затмении. Что ж, ну вот, короче, посмотрел я вот эти вот юбилейные какие-то тут задания. Какие-то они тут не особо интересные. Вот это какой-то упоротый там вот этот вот скейтборд, на котором летаешь и собираешь эти штучки. На вот этим вот круизном лайнере тут что-то прям много стоит всякого народу, но квестов они как-то маловато дают. Тут я вот заметил такой квест. Это кулачные бои и вот это полетать на этом скейтборде. И все, больше ничего нету. Ну и подарочек какой-то мне не особо понравился на юбилей. Я не знаю, может быть, они как обычно перевели вот эти вот 200 премиальных кристаллов. Но сам подарочек, там какие-то только вот эти вот бусты, которые пропадут через 30 дней. А, правда, там еще этот премиум они дали. Ну, как-то вот так. Всем спасибо за просмотр и пока.